В объективы сочинских телекамер попала такая вот ситуация. Ну, это не девушка, которая вышла погулять в таком откровенном наряде, а просто отдыхала и решила ночью искупаться. Я много раз рассказывал про такие ситуации, которые происходят у нас на параллели. То же самое, как в бытность моим таксистом, постоянно наблюдали «Доброе утро, голыши», мы их назвали. В общем, ситуация была такой: девушка пошла искупаться в море и вроде как забыла место, где нырнула. Ну, на самом деле, это любители поживиться чужими вещами, деньгами, просто взяли, ее все вещи забрали. Поэтому, когда ночью решили купаться, во-первых, не берите с собой ничего, во-вторых, берите с собой кого-нибудь, можно было познакомиться с кем-то и попросить приглядеть за вещами. Не попадайте в такие вот ситуации, очень жалко человека, тебе через весь город к своему номеру добираться в таком вот виде. У нас это было всегда и будет, я думаю, всегда, потому что чужие вещи, к сожалению, привлекает внимание. Не попадайте в такие ситуации. Всем хорошего.